И, наконец, 21 секрет успеха миллионеров, которые сами себя создали. Вы должны подходить ко всему, что вы делаете, удвоив упорство и решительность. Настойчивость – железное качество характера. Упорство важно для закалки характера, как углерод для стали. Эти качества совершенно необходимы и крайне важны, и идут рука об руку с величайшими достижениями в жизни. И вот один из главных секретов в настойчивости и успехе. Вам нужно запрограммировать свое подсознание на настойчивость задолго до того, как начнутся неудачи и разочарования на вашем пути к достижению успеха. Решите заранее, что вы не сдадитесь, несмотря ни на что. Когда на вас давит проблема или трудность, вам не хватает времени на вырабатывание необходимой настойчивости и решительности. Но если вы заранее планируете будущие взлеты и падения жизни, то при встрече с ними вы будете психологически подготовлены. Вы будете готовы. Храбрость, необходимая для противостояния неудачам и разочарованиям, это качество, которое больше всего остального гарантирует ваш успех. Лучшей характеристикой личности может быть ваша готовность настаивать больше всех остальных. На самом деле, именно ваша решимость является показателем вашей веры в себя и способности преуспеть. Помните, все в жизни проверка. Чтобы добиться большего успеха, вы должны пройти тест на настойчивость в режиме блиц-опроса. Проверка может случиться в любой момент, обычно совершенно неожиданно и не на вашем поле. Вы проходите этот тест всякий раз, когда сталкиваетесь с неожиданной сложностью, разочарованием, провалом или кризисом в жизни. И именно тогда вы показываете себя и всем окружающим, из чего вы сделаны, ваше истинное лицо. Эпиктет, римский философ, когда-то писал: «Обстоятельства не творят человека, они просто раскрывают его самому себе». Одной из неизбежных вещей в нашей жизни – столкновение и выход из кризиса. Если вы живете насыщенной жизнью, вы будете сталкиваться с кризисом каждые 2 или 3 месяца. Периоды между неизбежными кризисами могут быть постоянным успешным преодолением трудностей и проблем. И чем больше попыток вы совершаете, чем больше ваши цели, чем решительнее вы стремитесь сделаться миллионером, тем больше проблем и кризисов будет на вашем пути. Единственная вещь, которую вы можете контролировать, это ваш ответ на сложности и неудачи. Хорошая новость в том, что всякий раз, когда вы отвечаете позитивным и конструктивным образом, вы становитесь сильнее, лучше, и возрастает ваша возможность справиться со следующим кризисом или проблемой. Со временем вы достигнете точки, в которой станете совершенно неостановимы. Вы станете похожи на силу природы. Вам невозможно будет противостоять. Вы станете личностью, которая никогда не отступает, несмотря на все трудности. Какая бы преграда ни возникала на вашем пути, вы найдете способ ее обойти, сверху ли, снизу, в обход или напролом. Вы станете как кролик Энерджайзер из телевизионной рекламы. Вы будете продолжать идти вперед, 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 не сдаваясь. Позвольте мне повторить самое главное сообщение всей этой программы. Оно таково. Успех предсказуем. Успех не зависит от удачи или случая, от возможности оказаться в нужное время в нужном месте. Успех предсказуем, как восход солнца на востоке или заход на западе. Практикуя принципы, которым вы научились, вы будете двигаться вперед по линии жизни. Вы получите невероятное преимущество над людьми, которые не знают или не используют эти техники и стратегии. Вы получите преимущество, которое станет острием ваших удач в жизни и карьере. Если вы постоянно и настойчиво будете делать то, что делали успешные люди, ничто в мире не сможет остановить вас на пути к достижению личного успеха. Вы архитектор своего предназначения. Вы хозяин своей судьбы. Вы за рулем своей собственной жизни, и нет ограничений того, что вы не можете сделать или получить, кроме границ, которые вы сами проводите в своем сознании. Помните, вы настолько же хороши, а то и лучше людей, которых вы знаете. Вы выдающийся человек. Вы обладаете талантами и способностями куда большими, чем вы привыкли думать и ожидать от себя сейчас.
В вас скрыт потенциал к достижению невероятных целей в вашей жизни. И ваша главная ответственность в том, чтобы мечтать о великом, решить, чего именно вы хотите, составить план достижения, применить стратегии, рассказанные в этой программе, каждый день продвигаясь в направлении вашей мечты и целей, и решитесь никогда ни за что не сдаваться. Когда вы решитесь на это, на вашей стороне будут все ангелы. Вас невозможно будет остановить, а ваш успех будет неизбежен.